Дальний Восток всегда был богат людьми-самородками, и теперь у них появилась возможность блеснуть своим талантом на весь регион. Интернет и телевидение будут транслировать новый беспрецедентный проект – шоу талантов «Бродвей». Если вы танцуете, поете, играете на музыкальных инструментах, или же играете на батарее, как на музыкальном инструменте, гнете железо голыми руками, или выступаете в стиле стендап-камеди, то у вас есть вполне шанс стать победителем этого конкурса. Никаких ограничений по стилям и направлений на конкурсе не предусмотрено. Единственное условие – возраст участника от 18 лет и старше. На шоу талантов можно подать заявку с любым интересным видеороликом, где понятно, что вы умеете удивить, восхитить или просто рассмешить других людей. Для того, чтобы принять участие, нужно зайти на сайт crystalbroadway.ru, оставить там заявку с анкетой со своей небольшой, ссылку прикрепить на видеозапись, демонстрирующую ваш талант. Конкурс талантов «Бродвей» – уникальный проект. На Дальнем Востоке такого еще не было ни по масштабам, а он может охватить весь регион, ни по призовому фонду. Финалисты поделят между собой 500 тысяч, а победитель получит 1 000 000 рублей. Владимир Клюшников, Максим Евсеев, «Панорама».